Противогазы, быстро! Артём, возьми мой запасной фильтр. Эй, поаккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём, со мной. Есть! Есть! Товарищ главный командир. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Артём! Артём! Там должны быть 4 стартера! Жми на кнопку по сигналу! Третья кнопка! Вторая! Третья кнопка! Четвертая! Еще немного!
А, черт! Третья отключилась! Третья кнопка! Вторая! Еще немного! Первая кнопка! Первая кнопка! Четвертая! Черт! Первая отрубилась! Первая кнопка! Еще немного! Ну, с Богом! Давай к нам! Ура! Ух ты! Все на платформу! Пытаемся запустить систему! Пуск! Ничего не выходит! Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! О, прямо как в старом добром кино! Полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Давай. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор, направо. Артём, прикрываешь меня. Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём?